Памятник Ленину установили в Мурманске в 1957 году. Впервые с тех пор сквер вокруг него закрылся на полномасштабную реконструкцию. Здесь из старого не остается ничего практически. Полностью заменена плитка будет. А у нас становится новых 45 фонарей освещения, новые лавочки, соответственно, сюда идут. Остается в данном случае у нас из старого, это то, что был гранит, это подпорные стены. И то они реставрируются, приводятся в надлежащий вид. Достаточно крепкие куски оставят на месте, а разрушенные заменят, сохранив расцветку. Швы, которые от времени раскрошились, заполнят подходящим полимером. Сам монумент тоже не обойдут вниманием. Его почистят и обработают защитным составом. Менять ни в статуе, ни в постаменте ничего нельзя. Это объект культурного наследия, как и 4 чугунных фонаря рядом. Это те натуральные столбы, которые были на этом сквере. Просто их обработали по специальной технологии, покрыли специальным составом для того, чтобы они дальше служили. То есть мы должны сохранить, вот еще раз повторяю, все так, как было задумано в самом начале. Обратите внимание, ведется строительство, а зеленые насаждения никак не пострадали. То есть с уважением к нашей зелени, аккуратно работают строители. Самое главное, вот эти строительные работы, о которых мы с вами говорим, это укладка тротуарной плитки. К ним еще не приступили. Подрядчик говорит, что сейчас отстает на несколько недель от графика. Все из-за пандемии, которая скосила рабочую силу. Но к концу августа, к крайнему сроку, сквер обещают открыть. Все материалы уже на площадке. Строители будут использовать 3 вида плитки. Кроме того, что камень будет отводить воду с пешеходных дорожек через швы, он еще и намного прочнее асфальта, поэтому он не сотрется быстро, а прослужит еще долгие годы. Александра Клепцова, Сергей Расюк, ТВ21+.